А перед началом ролика хочу посмотреть группу своего канала, а именно рекламу, которую вы здесь можете заказать. Здесь вот такой вот есть товар, реклама в группе. Нажимаете сюда, и здесь вы можете посмотреть цены и что вы можете заказать. Чтобы заказать продукт, нужно писать продавцу. Продавец — это мой друг Ваня, он является администратором группы, поэтому все вопросы насчет рекламы в группе решайте с ним. Ссылочку я оставлю в описании, кому что-то нужно, обязательно заказывайте. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере на ролиплей Центральный округ. Мне здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить по ней при регистрации. Итак, пацаны, сегодня снова серичка, извините за то, что не было пару дней серии по родине. Буду исправляться, буду стараться каждый день хотя бы серию выпускать. Поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки, давайте поддержите меня реально лайками, пацаны. Потому что в последнее время просмотры по родине и лайки довольно-таки маленькие. Поэтому давайте, пацаны, каждый поставьте лайк, все, заводимся и давайте поедем сначала в банк, потому что я давно налоги не оплачивал, и потом уже поедем в казино. У меня есть всего лишь 479 тысяч, но я как бы с 500 тысяч, помните, поднимал, получается сколько, лям 600, поэтому я надеюсь, что в этот раз мне тоже повезет. Все, пацаны, напоминаю, ставьте лайки там, подписывайтесь на канал и погнали в казино. Так, все, я доехал до казино, я оплатил налоги, потом хпшку себе в больницу заехал, так сказать, обратно нормально сделал. И похавал, сытно сделал. Лучшим тачку, таскиваем ключи и идем в казик. Я буду играть на 400 тысяч, потому что, ну, 70 тысяч оставлю на всякий случай. Мало ли что, то платить за налоги, там, за бенз и так далее. Я думаю, понимаете. Ага, минус уважение, да? А не плюс уважение. Вот это другой разговор. Так, 4000 фишек, и здесь люди только в карты играют, да? В натуре только в карты играют. А сколько онлайн? А... Блин, сейчас же получается, по моему времени сейчас 9:35, а по Москве сейчас 10:35. Ну, нормально, что, давайте, может, картишки сыграем. Я давно, кстати, в карты не играл, вообще давно. Насколько здесь можно играть? Если здесь на 1000, здесь где-то на 2 или на сколько, или на 5. О, другой разговор. Вот это уже другое дело. Так, давайте. Так, сейчас поиграем. Может, бабок поднимем, кстати, да. Было бы довольно-таки неплохо. Так, вот началась игра, короче. Тут, сука, сосед ебаный сидит. Так, Кирилл, я победил? О, нормально вообще. Просто охуенно. Так, я еще раз создал 2000 вдвоем. В принципе, я уже плюс, пацаны, 200 тысяч. Так, 2,4, у него 2,4. Ничья. Давайте еще раз создам. Так, 2000 вдвоем. Все, создал. Давайте, блин, надо поднять бабочков. Так, 6,4, у него 4,4. Я победил. Отличненько, пацаны. Все хорошо идет. Так, создать. 2000 вдвоем. Еще раз. Так, нужно хотя бы подняться до ляма. Так, Аделия, 4,3. У нее 5,5. Блядь, она победила. Вот, сука. Может, пацаны, рискнуть на 5000, ебать, ебануть. Ну, давайте еще раз на 2000 ебанем. Так, 2000 вдвоем. Отличненько. Давайте, играем. О, у меня 4,6 выпало. У нее 1,2. Я победил просто. Оу, oh, е. Yeah. Так, отбил свои бабки. Как заебал сосед свелить, сука. Пидорас, ебаный, блядь. Так, создать 2000 вдвоем. Так, обратно играем. У меня выпадает 1,6. У нее 1,1. Я победил. Так, сколько у нас уже фишек? Давайте посмотрим. Бля, что-то у нее в казике в последнее время реально везет. А, сейчас солю все бабки, будет охуенно. Так, нет, стоп, это не то. Куда? Я забыл, где там смотреть эти фишки. А, в статистике. А, у меня под столям есть. Можете ебаться уже, потому что, ну, лучше не рисковать. Так, я еще раз создал 2000 вдвоем. Я надеюсь, мне повезет, и мы уйдем отсюда с лям 200, как минимум. Я победил, пацаны, да? Есть, просто лям 200 отбил. Все, пацаны, надо уходить. Вот, реально, надо именно вовремя уходить. Это самое главное правило, пацаны, в казино. Все, пацаны, у нас лям 200 теперь. Просто, вот, охуенчик просто. Просто охуенчик. Нихуя себе колесики, блядь, на Капиндосе, а? Бибесы. Ну такое. Ебать, нахера такие диски ставят, серьезно. Я не понимаю таких людей. Ну ладно. Короче, пацаны, запомните, самое главное правило в казино — это вовремя остановиться и уйти. Понимаете? Я всегда так делаю. Вот вы заметили, что вот как я хожу в казино, всегда я ухожу вовремя. Как бы да, я мог бы поднять, может быть, больше, но лучше, пацаны, знаете, жадность фраера погубит. Поэтому лучше вовремя уходить с казино, и вы останетесь при бабой. Я ушел в плюс на 700 тысяч, мне этого, я думаю, хватит пока что. Итак, пацаны, все, будем заканчивать. Напишите, пожалуйста, еще в комментариях, как снять эту тыкву, чтобы она у меня осталась, как бы. Чтобы я ее снял, и она у меня в инвентаре осталась, хотя бы. Потому что я не хочу, чтобы она пропадала. Просто она немножко сейчас не в тему, я думаю, уже Хэллоуин закончился, поэтому напишите, как ее снять. Было бы очень неплохо. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Играйте в казино, но будьте аккуратным и всегда уходите вовремя. Все, всем пока-пока.